В общем, мы в Домодедово. Че такой красный? Что-то красное очень. Под градусом уже говорили, не. Потому что ночью мы не спали, считай, сутки уже получается. Только добрались, прошли регистрацию, в общем. Я вам в предыдущих видео рассказывал, как это все происходит. Можете перейти вниз и посмотреть. И все, сейчас часок погуляем, мы пойдем наверх в дьютик. Куртку не стал снимать, очень холодно. Взял с собой. На обратном пути можно чемодан положить, еще много веса там. Так что, все, ладно, я вырубаюсь. Ну что, друзья, мы уже в дьютике. Видите, мое лицо сонное. Потому что меня вырубает. Сутки не спать, сейчас ночь. Ходим, ищем, что выпить. Ксюхе лишь бы мартини со спрайтиком. Я предлагаю вискарик взять или коньячка. Выбор есть. На любой вкус. Если честно, у меня в чемодане, который я сдал уже, там есть коньячок у меня лежит. Российская. Как понять, российская. Ну, хочется чего-нибудь сейчас бахнуть, чтобы 3 часа в полете поспать. Хотя я и так, наверное, посплю, потому что посмотрите мое лицо. Просто я вырубаюсь, отвечаю. У нас вылет только через сколько? 2 часа? Часа через 2 нам еще гулять. Все, хочется уже в гостиницу и в душ. Прилетели, башка мутная, смотрите на мои глаза, плюс 12 градусов, прилетели в тепло. А, зацените этот аэропорт, багаж нам еще не дают пока. Заселение только через час, через полчаса обед. Ой, вот такой бар здесь. Такой цивильный. Ну что, народ, мы в кофейне заказали. Кофейку, булочек. Еще обзор на номер не снял, сниму. Тут 5 баров, 2 ресторана, кофейня. Ну, в общем, полно. Территория похожа на маленький город, очень большая. Иностранцев дофигища. Пироженки. Сюк там в Инстаграм залипает. Сейчас вышли, идем гуляем по местности. Охренеть, тут территория здоровая, как маленький город. Кого-то приехал за границу в какую-то
маленький частный городочек. Все гуляют, иностранцы, все зеленое, вот фотосессия. Я сейчас пойду графировать нормально. Все зелени. Смотрите, сколько. Фотки дня, то сбоку, блин, то против солнца. Территория вообще здоровая. А у Ксюшеньки ни одной фотографии нет. А мы уже, между прочим, здесь 5 часов. Ага. Я с дороги устал, я уже поспал немного, у меня башка болела, полторы таблетки выпил. Ксюша мылась в это время. А Ксюха мылась. Смотрите, какой чувак тут стоит. У нас в России тоже таких делают. Или после кофе пивко не ахти? Я пивко вообще не ахти, я пивко не пью. Вот и на море. Морюшко. Купаться холодно. Кабинки, такая погода хорошая. Там бассейн здоровенный, он сейчас не работает, его переделал. Для реставрации. Реставрация. Секьюрити. Все в зелени, вообще офигенно. Здесь мы идем уже по территории гуляем. Тут ремонтные работы идут. Конечно, тут много корпусов, пальмы растут. Там другая гостиница. Здоровенная территория вообще. Здесь корпуса. Корпуса. Вообще много-много корпусов. Мне нравится, в каком стиле сделан. Такой черный цвет покрашен. Как называется этот? Хай-тек, да? Ну, да? Здесь все просто, минимализм, там иностранцы тусуются толпой. Ксюха, изобрели куда-то, смотрите сзади меня, что творится. Одни арабы какие-то, или французы, не знаю. А Ксюха еще идет почти голая. А эти все в платках по толпу так протиснулись, нас посмотрели. Ладно, на номер я вам попозже чуть сниму, поэтому на канал подписывайтесь и лайки ставьте. И посмотрите, что у нас за номер. Гостиницу рекомендую. Пока вот что все нравится. Дом для кошек. Смотри, там кошек. Сейчас покажу вам дом для кошек. Тут кошек много и кошек тут любят, походу. Пойдем, даже кормят пойдем, их. Пойдем, пойдем. Смотрите, народ. Дом гостиница, а у котов своя тут гостиница. Смотри, сколько там корма. Вот корм. А котов там нет сейчас, по-моему, гуляют. Все гуляют. Смотрите. Класс. Для кошек поставили дом. Офигеть, где вы такое видели? В каком отеле, вот а? Это все гостиницы, эти корпуса. Ой. Мы только приехали, поэтому еще поснимаю. Вот он, этот пруд с карпами. Вот, пруд с карпами какой-то. Вот он пруд такой. О, смотри, какой большой карп. Смотри быстрее. Карпы. Смотри, какие они большие. Ты видишь? Угу. А вот не маленькие. А вот большие плавают. Для любителей рыбалки. Два. Только если вы тут рыбачи будете, вам за это, наверное, пиздюлей дадут. В общем, подписывайтесь. Продолжение следует.